Приближается один из значимых праздников – День мужества и народного единства. Героическая борьба за свободу и независимость, единение всех от мала до велика стали символами этого дня. Цхинвальцы хорошо помнят холодный ноябрьский день 1989 года, когда ранним утром 23 ноября у въезда в город со стороны ТЭК многотысячной грузинской толпе преградили дорогу безоружные молодые ребята. Ежегодно в Южной Осетии проходят торжественные мероприятия, посвященные этому дню. 21 ноября в Республиканской юношеской библиотеке пройдет цикл мероприятий, посвященный Дню мужества и народного единства. Это конкурс детского рисунка, конкурс выразительного чтения патриотических стихов и встреча читателей библиотеки с участниками событий 23 ноября 1989 года. 22 ноября в 10 часов в Республиканской юношеской библиотеке состоится открытие книжно-иллюстрационной выставки, а в 14.00 в Республиканской библиотеке имени Анахарсиса пройдет круглый стол на тему начала национально-освободительного движения Южной Осетии. 22 числа в 6 вечера состоится показ спектакля «Последний свидетель» в Гострамтеатре. 23 ноября пройдет концерт патриотической песни. 23 числа выступят любимые звезды нашей юго-осетинской эстрады. Концерт будет бесплатным, то есть вход свободный, поэтому мы приглашаем всех жителей. Благодаря этому беспрецедентному подвигу у нас сегодня есть возможность вспомнить всех тех, кто стоял у истоков начала борьбы за независимость республики. Те ребята, которые вышли навстречу толпе митингующих, вселили надежду на победу и сплотили защитников республики. Лена Газаева, Алим Бетеев, информационный выпуск сегодня.